Эпиграф. Исайя 35:3. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Исайя 40 глава, 1 стих. Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. А страха их не бойтесь, не смущайтесь, изрек Иисус своим ученикам. Вас будут резать, разрывать на части, но волосинки малой не пропадет в веках. Что было скрыто за таким наказом, еще никто нигде не испытал. Мир напрягался умно, изобретая казни, заказывали блюда на победный бал. Но шли века, захлебывались кровью младенцев, юношей и древних стариков. Из палачей казненными никто не проклят, молились за отпадших и врагов. Не бойтесь среди львов, я с вами, я силой облеку сыновей черей. Вас не отравят, не затравят львами, не испугает деспот род ощерев. Мой путь и ваш уже соединились через Голгофу, узкие врата. Быть мучеником — это ли не милость? Дней 10 в муках стоит скоротать. И задымили строки в житиях святых, их жизнь соединилась с житиями. Не бойтесь, покрывалом этот стих накрыл с любовью мучеников в яме. Никто не превозможит христиан, вкусивших благо от Святого Духа. Побит был первомученик Стефан, он жив вовек, Синедрион же рухнул. Не бойтесь! И сегодня сей набат Синедрион поповский гнусно балагурит. Таких за веру кто же будет брать? Голосовальщики за власть всегда при урнах. За смертью вечность, радость со Христом, благословенный рай, где нет печали. В словах Христа едва ли мы врастем, доколе к страху Божью не причалим.